для Far Cry 5, это редактор Far Cry 5, и я сегодня создам давайте карту тогда. Так, у меня тут уже новая карта выполнена, она в такую решетку, да. И, в общем, сегодня я создам эту карту. Так, первое, что мне надо сделать, это создать поверхность. Поверхность создается вот так вот. Выбираем здесь, если создаем горы, то выполняется такая фигня. Так, прочность, все, выбираем все, что можно. Так, и здесь теперь надо, конечно, радиус можно поменять на любой, который вам нужен. Например, я с ним буду делать маленькую карту, ну а если вы решили какую-то другую карту делать, то обязательно смотрите мои прошлые части по созданию карты. Ну а я давайте уже начинаю. Так, это надо так сделать. Так как я делаю карту для игры просто, то есть я не делаю для чего-то такого глобального или что-то такого, то есть чтобы создать карту, ничего не надо и такого крутого иметь. Карту можно создавать любому человеку, просто у кого есть лицензионная версия Far Cry 5. Это редактор карт, и в нем можно создать абсолютно любые карты. Например, я сегодня создаю, ну, так, чтобы маленькие горы были, чтобы не очень такие было сложно проходить эту карту. Но все же были какие-то сложности для прохождения игрокам, чтобы игрокам все же было сложно проходить эту карту. Ну а так, я просто сейчас наращиваю, опять же для карты я наращиваю слой, который будет на карте. Так, еще раз. Третий слой. То есть вообще несколько слоев, и уже карта будет готова. Здесь. Так, давайте еще один слой. Тут можно сколько угодно слоев делать. Просто так вот. Можно вот так вот делать. Сидеть просто. Делаем, 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 делаем. Так. Наращиваем, 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 наращиваем. Немного там гора вышла. Из всякой этой. Ну ладно. Так, и еще одна. Давайте последний раз, наверное. Просто давайте вот так вот наращиваем, наращиваем, наращиваем карту. Наращиваем, 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 наращиваем. Давайте еще, 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 еще. И чтобы такая гора была интересная. Так, здесь тоже горы, 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 чтобы все прорисовалось, чтобы все было красиво. Все. В общем, такая карта получилась. Немного не так, как я планировал. Немного вышло из этой штуки, но довольно-таки тоже, опять же, нормальная карта получилась. Но вообще для игры пойдет, для миссии какой-нибудь. Ну, в общем, да. Достаточно такой карты для показа игры. Так, чтобы на час это все не затягивать, потому что это все затянется на час опять, создаем дальше. Так, берем сразу это, выбираем сюда добавить, нажимаем, и здесь выбираем нужную нам траву. Траву мы выбираем. Сейчас скажу какую. Мы будем делать сегодня карту такую, как бы снежную, чтобы она была снежная. Мы сначала будем гору строить, поэтому я беру все такое, как снежное. Беру такой горный снежный слой. Сначала первый. И сразу вот так вот отмечаю, сразу, видите, у меня меняется цвет, это красится все у меня. Красится, красится, красится. Так, все покрасилось. Так, здесь проблема теперь с этой фигней. У меня здесь неровность карты. Как это исправить, если вам надо исправить? Вот просто так вот исправляете. Так вот как-нибудь делаете, вот так вот, если вам нужно нарастить этот момент. Так вот наращиваете его, можно там его разгладить потом, если хотите. Ну, я вот так вот просто так вот сделаю чуть-чуть, чтобы было вот так вот. То есть ничего такого интересного в общем нет. Так, то есть вот так вот сделал, все. У меня получилось, что эта часть, она более длиннее, поэтому, ну, чтобы они не одинаковые были горы, а все-таки что-то у них разное было. То есть не чтобы, ну, вы поняли. Так, горы мы сделали, ну, конечно, это тоже можно как-нибудь обделать немножко.
так вот как-нибудь обрисовываем дальше горы, 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 чтобы у нас тоже были. Так. Так. Так, все. Мы сделали. Теперь опять же докрашиваем то, что мы сделали. То, что я сделал. Так. То, что я сделал. Так вот докрашиваю. Чтобы все слои были. То есть у нас получается такая карта. Ну, конечно, сейчас незаметно. Ну, точнее, не очень заметно. То, что что-то изменилось. Но что-то изменилось это явно. Вот так вот я еще раз прокрашиваю. Чтобы было. Так. Вот так вот прокрашиваю, прокрашиваю, чтобы все четко. Чтобы ни одной ненужной фигни не было. Так, то есть все четко. Так вот. Так вот, так вот. Все, прокрасил. Дальше. Мы теперь прокрашиваем то, что у нас осталось. Это, значит, снег. Снежная карта, так как у нас снежная карта. Мы прокрашиваем дальше снег. Снег я выбираю, так как я не выбираю лед. Я выбираю снег. Обычный снег, просто вот так вот снег. И выбираю, просто занимаю эту всю карту. Ну не всю, конечно, но вообще, так вот если сделать, если все четко вот так вот сделать, то красиво получится. У нас получилась вот такая фигня. У нас, значит, горная. Такая интересная фигня. И у нас осталось, значит, здесь. Какая-то такая снежная. Снежная красивая фигня. Да. Вам, если незаметно это, то я вам сейчас покажу, чем это отличается. То есть вот снег. А вот гора. То есть заметно, что снег, гора. Вот гора. Видите, она снежная. А это у нас снег. Наверное, это понятно. Ну, кто-то, может, кому-то непонятно, то будет понятно. Так, что-то у меня здесь не то. По-моему, нет, все нормально. Так. Дальше. Создаем карту дальше. Дальше. Что у нас дальше? Берем деревья. Делаем то, что нам нужно. Нам нужно добавить деревья. Деревья мы добавляем то, что у нас зимние деревья. Это значит деревья в снегу. И в снегу мы выбираем самые последние елки. Этого нам будет достаточно. Берем радиус, так как у нас будет что-то зимнее такое. Ну, не горное, конечно, но такая вот интересная миссия. Так что давайте мы все здесь обстроим. Ну, точнее, не все, но постараемся все здесь обстроить деревьями. Это будет примерно вот так вот выглядеть. Слишком много объектов. Это отмена. Нет, слишком много объектов. Это не нужно нам. Нам нужно именно вот один раз нажимаем. Этого достаточно, я думаю, будет. Но вообще нажимаете. Смотрите. Раз. Два. И три. Все. Этого достаточно. Это вполне достаточно. Ну а вообще, если вы хотите сделать нормальный лес, красивый нормальный лес, вы нажимаете вот так вот. Один, два, три. По-моему, три не прорисовалось. И три. Три. Вот. По-моему, так ясно. У нас получается какая-то зимний лес. Прикольный такой, в котором можно там повоевать с кем-то. Ну и сама теперь миссия достаточно таки нам нужна. Так как... Да вообще деревья как бы здесь особо не нужны. Так, это что такое скорость? Скорость давайте поменяем пользовательская версия. Скорость камеры. Скорость камеры давайте десяточку поставим, то есть чтобы мы летали нормально. То есть чем-то она отличается, да? По-моему, ничем она не отличается. Двоечки. Курсор 29 FPS. Так, ладно. Пока что оставлю все то, что было. Убираем елки. И теперь смотрите. Вот просто представьте, берем вот эту штуку. Ставим ее, давайте, на десяточку. И здесь просто вот так вот
неровно как-то вот так вот ставим елки, я не знаю, там что еще. Просто елки тупо вот так вот как-нибудь, я не знаю, они стоят вот так. Возможно, вот так вот как-то они стоят. Это елки, ребят, это елки, это не деревья никакие, и не лес. Так вот. Как-нибудь. Дальше здесь вот как-нибудь они стоят. Здесь они вот так вот стоят. Маленький какой-то, может, лесок маленький, чтобы был. То есть получается какой-то маленький-маленький кривой немного лес. Но на лес вообще похоже, то есть как бы не отличить. Ну, ладно, я не буду останавливаться, не буду проверять карту, потому что она и так, по-моему, нормальная, уже проделанная. Ну, а мы приступаем дальше. Дальше нам нужно сделать дом. Дом мы сделаем из... Так, сейчас. Нажимаем сюда. Здесь мы сначала ставим spawn point, смотря откуда он взялся, наш персонаж. Если же он... Если он будет у нас стрелять в кого-то, то есть там, если он будет сидеть где-то там, то он, значит, будет где-то здесь. Примерно. Вот тут он будет сидеть. Допустим, ладно. Так, в инвентаре у него будет, например, здесь будет место пистолета. Пистолет берем, значит, пусть будет винтовка. Здесь... Берем, я не знаю, что взять. Так, гранатомет калибра 50, особое оружие. А, нет, огнемет. Нет, рогатка. Нет, не то, не то. 50 калибр это не то. А, так, ручной пулемет. Нет, ПП. По-моему, это была винтовка, насколько я помню. Дробовики нет. Давайте винтовка. Я не уверен, что это что-то такое. Я не уверен, честно. Но давайте... Давайте проверим. Так, да, например, ладно. Остальное все вот это убираем. Это нам не нужно. Это просто нашему персонажу сейчас не нужно. Например, что мы можем еще сделать? Пока что его переворачиваем. И сейчас проверим, что такое вообще эта фиговина. Так, ну, например, он сюда прилетел как-нибудь. Так, он сейчас будет здесь стрелять. Так, потому что сейчас у нас миссия снайпера, кто не понял еще. Так, этот мы сделали, здесь надо нам еще какому-нибудь персонажу сейчас просто вставить какого-нибудь любого персонажа. Пусть это будет, например, враг, будет это зимний какой-нибудь чел, просто какой-нибудь, который где-нибудь будет ходить. Последователи, это будет у нас... Пусть это будет... Нет, явно не военный. Так, нет. Так. Ну вот, наверное, да. Вот эти вот парни. Так. Сюда я просто добавлю тупо этого мужика. Просто тупо он будет стоять. И можно уже запускать карту. На вашей карте не прошло проверочного испытания, чтобы убедиться в наличии на карте всех необходимых элементов. Воспользуйтесь функцией проверки доступной стартовой меню. Сейчас. Точка возрождения пересекается с другим объектом, а точка находится за пределами карты. Ладно. Пределы карты. Точно, пределы карты. Пределы карты, если кто не знает, пределы карты, они меняются где-то здесь, по-моему. Вот здесь они меняются. Нет, не здесь. Я, если честно, я забыл, где они меняются. Привязка к сетке, растительность, дорога, окружение. Так, а это, по-моему, была у меня игровой процесс. Нет, это у меня карта была. Карта... Не помню, где она была, точно. Сейчас. Попробую найти, ребята, я сейчас не знаю, где она. Я вот честно вот сейчас думаю, даже не знаю, где она была. Короче, есть такая кнопка границы карты, и в ней можно границы карты поменять. По-моему, вообще она не стала летать. По-моему, она летала так. Во, так вот нормально стала летать.
хоть как-то. Блин, я не знаю, как поменять карту. Границы карты. Давайте границы карты. Где они может быть? Я даже не знаю, где они. А, вот они. Так, сразу. Границы карты, они отмечаются почему-то так. Ладно, допустим, ладно, мы эту штуку отмечаем ее, например, здесь. По максимальному. То есть у нас персонаж уже не за границей карты. Но на этом мы не заканчиваем. Мы эту карту... Блин, все равно криво. Мы ее тоже сюда куем. Отфигачиваем. Так, дальше. Сейчас я долечу до сюда. Здесь тоже. Ну, так как мы будем играть, там не будет этого видно. Так. Так. Сюда. Все. Карта готова. У нас вроде бы места для нашего персонажа достаточно. И он уже спокойно может играть. Так, границы карты сделаны. Достаточно такие они нормально сделаны. И теперь... Да, они нормально сделаны. Так. Окей. Теперь можно поиграть, проверить карту. Так. Не прошла этого, точка пересекается с другим объектом. А с каким же объектом у нас пересекается наша фигня? Даже не знаю. Так, сейчас. Черт, не то. Короче, перетаскиваем нашего персонажа. Да черт такое, что такое? Сейчас. Берем, короче, нашего персонажа. Так, все. Сохранена карта. Так, ближний бой, скрытность, это все понятно. Сразу пушка, это уже не та. Это у нас странная пушка, которую нам надо будет убивать. Давайте просто пробежимся сейчас. И убился почему-то, я не знаю почему. Это как-то странно. Ну да ладно. Сейчас проверим. Так, выйти. Так, окей. Теперь возвращаемся туда, где мы были. Где мы? У нас явно не то, не та пушка. Нам нужна пушка, которая стреляет. Это не то тоже. Это не то. Может это? Возможно это. Прицел. Снайперский прицел. Глушитель. Глушитель и увеличенный магазин. Да. Все, теперь нормальная карта должна быть, по идее. Но мы все же проверим. Вот, теперь нормальная пушка. Смотрите. Нет, это не тот прицел. Это не тот прицел, который я хотел. Нет, это явно не то. Возвращаемся. Пушка-то та! А вот пушка не та. Так, у меня, значит, прицел какой-то неправильный. Оптический. Оптический прицел мне нужен, да. Точно. Теперь должно быть все нормально. По-моему, нет. По-моему, нет, ребят, нет. Он явно не оптический, но да ладно. Так, а где я? Чел-то нет. А где он? Вот он тогда далеко, пипец.
Я не попаду, потому что очень далеко. Очень огромную карту я сделал. Очень огромную. И, по-моему, на меня он побежал. Убил. Нет. Явно не то. Явно не то, что я хотел. Так. Мне нужна, значит, другая пушка какая-то. Например, это будет особое оружие. Я не знаю, что это. Это лук, огнемет, рекурсивное. Нет, я бы... Пулемет? Нет, это гранатометы, это не то. Мне калибр 50. Я не знаю, что такое калибр 50. Нет, не знаю. Я не знаю. Сейчас посмотрим, что за пушка. Вот! Вот это уже чем-то похоже хотя бы на нашу штуку. Блин, не то. Его просто не видно. Ребята, его просто не видно. Летим, 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 летим. Прекрасно. В общем, так далеко он стоит. Это персонаж так далеко, что вообще пипец. Но зато, зато, если я узнаю, как ставить фигню с кошкой, пистолет. Магнум с прицелом. Нет. СМГ. Так. Пусть будет так. Просто проверим сейчас, что будет. Это такая пушка будет? Ну да ладно, пистолет, давайте. Достаточно так и прикольная пушка, да. Прикольно. Да, это действительно прикольно. Полетать вообще и посмотреть вообще. Но для кошек здесь места нету. Здесь явно нет кошек. Ладно. Теперь, значит, кошки. Так, кошки. Кошки, это... Так. Дополнительное... Это не то. Так, ладно. Так. Значит, здесь... Так. Окей. Значит, здесь. Здесь все сделано. У нас все есть. Так. И сейчас, значит, боеприпасы, значит, у нас все есть. У нас все есть. Так. Нам надо сделать как-то кошки. Я не знаю, как их сделать. Так, сейчас посмотрим по игровому процессу, боеприпасы, скалолазание, уступы можно залезть, тросы, давайте уступ сделаем какой-нибудь, у меня какие-то нормальные, уступ, нет, не, давайте мы создадим трос.
лестницы. Во, прикольные лестницы, ребят. Нет, сюда явно она не подходит. Уступы, давайте уступ какой-нибудь создадим, с которым мы сможем залезть сюда. Да, значит, создаем какой-то уступ такой. И сейчас проверим, как это работает. Немного сюда. Так. Так. Немного вот сюда. По-моему, нет. Не так. Так. Сейчас посмотрим, как действует кошки. Нет, они не работают. Или у меня просто нет кошек. Сейчас посмотрим. У меня должны быть кошки вообще, по идее. Лезем сюда. И здесь посмотрим. Боеприпасы. Бронебойные патроны. Сюда снаряжение, бинокль, кошки, снаряжение. Кошка есть, вы что? Кошка есть. Почему я тогда зацепиться не могу? Что? Давайте, надо как-то зацепиться. Как это сделать? Давайте еще раз. Да. Так. Странно, почему это не работает? Хотя должна работать. Нет. То есть явно они не работают. Я не знаю почему. Это явно зависит не от того, что у меня здесь не работает эта фигня. Так, ладно. Может здесь вот так вот сделать. Давайте здесь ставим так.
сюда. Сейчас, по идее, должно быть все работать. Я, если честно, не знаю. Давайте проверим. Потому что с кошками я еще не ставил никогда кошки. Все же, наверное, надо попробовать. Не знаю. Может, у меня чего-то не хватает. Или... Ну как-то ведь можно сюда забраться? Или что? Это прям надо все смотреть, как это делается. Потому что я не знаю, лестницы, тросы, трос, например. Трос. Например, здесь добавляем трос. Трос, 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 трос. Нет, не то. Нет, не то. Давайте, короче, я просто трос скину. Так. Получается здесь. Эта фигня идет до сюда. Так вот как-то. Давайте проверим, а то вдруг ничего не получилось. Так. Так, сюда мы залезли. Хороший такой трос, смотрите. Поехали. По-моему, я не лечу, я просто вешу как-то, я не знаю. Так. Погнали, 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 погнали. Едем, едем, едем. Вот, достаточно таки прекрасно сделано. И как раз... Он остановился. Нет, не убил. Так, нет, не то. Да как же тебя убить-то? Хоп. Убил. Ладно. Значит, здесь. Так, наш трос мы немного переменим здесь, чтобы он стоял немного подальше. А то он мне немного мешает. Так, значит, нам надо ниже. Так вот. И немного его сюда. Тогда. Сюда. Немного сюда. Ниже. И немного сюда. Так, сюда. И получается как-то вот так вот. Сейчас посмотрим. Да, все. Так. Так.
Убил. Да ладно. Я думал, нет. Ну ладно. Все равно прикольно. Так, здесь я вроде все сделал правильно. Здесь, получается, здесь я немного сюда должен сделать. Здесь давайте сюда немного. Так вот сделаю я сюда. Давайте посмотрим. Должно быть все идеально, смотрите. Прикольно. Я валяюсь как-то, или я не знаю, что я делаю. Зато здесь нормально. Здесь все понятно, здесь выйти нажмем. Так, здесь у нас что осталось? Это нам осталось. Давайте еще раз сделаю. Так, где я тут? Вот он. Так, здесь, значит, почему-то у меня не работает эта фигня. Да, сейчас я все сделаю. Так, значит, здесь получается что-то не так. И поэтому я почему-то не могу спрыгнуть. Ну ладно. Сейчас, если, наверное, я так сделаю, то будет идеально вот так вот. Вот так. Вот. Идеально прям. Давайте. Вот сейчас должно все получиться. Смотрите. Вот, смотрите. Прыгаем. Вот этот трос. Трос. Полетел. Ну почему? Почему ты так делаешь? Ну что это такое? Ну почему ты так валяешь? О, поехал, поехал. Это было достаточно весело и прикольно. Ну да ладно. Да, действительно, это было весело. Вот то, что сейчас было. Нет, он все равно как-то летит некрасиво. Он даже не летит, он как-то, я не знаю, что он даже делает. Но нам нужно как-то его сделать красиво, то есть. Так. Это значит, мы должны... Давайте тогда... Это немного сюда. И здесь. Значит, здесь мы давайте сделаем какой-нибудь... так. Здесь, значит, давайте мы сделаем какой-нибудь такой вот... это что такое? Что получается? Какой-то... Этот? Нет, не то. Давайте, здесь игровой процесс, значит, все сделано. Здесь тросы какие-то фигня есть. Так. Скалолазание. Скалолазание мне не нужно. Игровой процесс закрываем. Здесь нажимаем Far Cry 5. Здесь нажимаем объекты. Объекты давайте. Ну, например, военные. Нет, военные меня достали уже. Жилые. Жилые это материалы. Нет, не материал, мебель. Мебель. Включаем мебель. И здесь давайте это пусть будет какая-нибудь вещь. Или стул это даже. Или не знаю что. Вот, например, вот эта вот фигня. Вот эта вот фигня, например. На ней идеально вот просто будет, наверное. Если я просто... Я не знаю. Так. Давайте. Так вот, вот как-нибудь вот так вот сделаем. Так. Все идеально. Давайте. Дальше, дальше, дальше. Вот так вот. Ставим вот так вот. И эту сюда. Эту сюда давайте. Сюда. 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 Так. Это сюда. Так. Так, сюда. И вот сюда. Так, немного сюда, вот так вот. Вот. Вот это вот идеально. Надо прям как-то вот так вот пометить, чтобы именно вот так вот было. Хотя нет. Это не идеально, вот так вот. Вот так вот идеально. То есть где-то вот так вот мы сейчас должны это все сделать.
Сейчас посмотрим, что я могу сделать. По-моему, так вот будет нормально. Так. Так. По-моему, нормально. Да, достаточно таки нормально. И давайте проверим. Да, ну, должно все-таки работать. Я не знаю, еще проверим. Нет, я просто свалился. Нет, не то. Подождите. Что за фигня? Давайте еще раз. Почему-то он сразу уже зацепился. Это странно. Нашего героя немного, я его немного сюда куда-нибудь. Так. Погнали. Погнали. Ну, поехал. Почему ты так не едешь? Я не понимаю. Ну нафиг. Так, 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 осторожно. Ну да ладно, это было весело. Так, значит, нам надо эту штуку поставить на максимальное то место, которое... Сейчас скажу. Вот мы. Нам надо эту штуку максимально поставить туда, куда надо. Так. Так. Немного ее сюда вот. Таким образом, мы сейчас идеально сейчас прокатимся, все же, я думаю. А вообще, сколько у меня патронов на пистолетике? Всего несколько, ну, надеюсь, этого хватит мне. Поехал. Немного задел за дерево, ну да ладно, нормально. Почти. Ладно. Давайте. Мы еще должны сейчас проверить вторую волну. Тем самым, то есть мы берем этого персонажа и переносим его куда нам нужно. То есть мы берем вот этого персонажа и, короче, везем его куда надо. Нет, он почему-то неправильно двигается. Вот так вот будет нормально. Я думаю, если мы его добавим сюда куда-нибудь. Так. По-моему. Так, ну допустим, ладно. Здесь стоит чел. Он там какой-то еще. Это, значит, первая волна. Есть вторая волна. Вторая волна — это другой чел. Активатор. Один мертв. Один мертв, например. Один мертв. И появляется, например, другой чел, совсем не в теме, который... Например, это тот же чел, который только что был, но только давайте это будет... ну, пусть будет вот этот чел. Пусть будет этот чел. Так. Пусть он сюда добавится. Так. И вот он добавляется. То есть рандомный чел просто, который появится после того, как мы убьем того. Сейчас перепроверяем, как это все будет. Немного в дерево он долбанется, я думаю, ну ладно. А где я? Так, я. Так. Погнали. Так.
Пожалуйста, давай, 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 давай. Ну, черт, черт. Нет, нет, нет. Ну не делай так со мной. Я на парашюте, походу, да? Я как раз могу сейчас, наверное, прицелиться, если я смогу, конечно. Да, я попал. Первый раз я попал в кого-то. Нет, не попал. Да, идеально просто вообще. А в смысле... Не, подожди, а в смысле? А сейчас уже мне было непонятно, как так? Как... Мне было непонятно тот момент, где... Один. И второй там же. Так, он появился. Черт. Убил. Так, ну вообще, примерно все нормально получилось. Немного дерево мешает для того, чтобы прокатиться. Ну, достаточно, если вот так вот его немного сделать по-другому. А именно вот так вот. Сейчас. Вот так вот. Давайте проверим. Тихо, 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 тихо. Все, убили мы его. Да, это было прикольно. Это было бы... Это было намного прикольнее. Так. Но я думаю, если это еще немного на сантиметр просто так вот подвинуть... Вот так вот. Все будет идеально просто. Ну а пока что давайте я удаляю этих персонажей. Они мне в данный момент не нужны. Так. Например, эти все. Нам надо здесь заспавнить дом. Дом заспавнить. Это значит, мы должны создать объект. Так, да, объект это сюда. Так, военные объекты, здания, значит, здесь, здесь это фигня. Так, окей, ладно. Здесь, значит, жилые, жилые это дома. В общем, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Ставьте лайки, в общем, всем удачи и всем пока.